Отож, дуже цікава ситуація. В принципі, дуже мало громадян України розуміють, що згідно закону їм у них є право на те, щоб отримати 2 і трохи більше гектара землі. І от, пане Володимире, я знаю, що у вас є певні ініціативи з цього приводу. Розкажіть про них більш детально. Ну, это вот, по сути, одна из причин была, по которой мы против продажи земли, вот этого, да, снятия моратория с рынка земли. Потому что большинство людей, никто, государство не прилагало никаких усилий, чтобы это донести до людей. То есть у нас процентов 80 не знает об этом, а из тех 20, что знают, наверное, процентов 90 даже этим не занималось. Ну, помимо того, о чем я упоминал ранее. Тобто, зараз ми розуміємо, що дуже мало наших телеглядачів розуміє, що в них є право, я так розумію, звернутися до адміністрації. Тобто, яка сама процедура, яке право є? Оце більш детально, щоб наших глядачів було. Согласно 121 статті Земельного кодексу, любой гражданин України може отримати для сільхозхозяйства до 2 гектарів землі. Для строительства жилого, в зависимости от того, ну, в городе 10 соток, если это ПГТ 15 соток, если это село, то 25 соток под строительство. Также под садивництво до 12 соток, под дачу до 10 соток и под гараж 1 сотка. Это безкоштовно? Да, то есть вы передаете, ну, скажем так, какой порядок действий. Мы сейчас сами это все будем проходить и снимать онлайн, чтобы людям такой проводить ликбез. На собственном примере. То есть первый шаг надо найти в земельном кадастре. Он есть в открытом доступе. То есть вы смотрите, вот есть определенный, интересует вас район. Кстати, землю можно получать не обязательно по месту прописки. Я могу быть прописан там в Винницкой области, а искать в Харьковской, в Закарпатской, то есть в Киевской. Но, естественно, чем крупнее город, тем дороже земля, тем меньше шансов там что-то получить. То есть сейчас, скажем так, в селах, особенно в отдаленных, это более реально, чем, ну, в Киеве, скажем так, даже атошники не могут этого сделать. Ее просто нет свободной. На самом деле нет. А в других местах, вот открываете кадастр и видите, да, там есть вот земля там в государственной собственности, в коммунальной собственности. И зависит от того, какой она собственности, вы начинаете писать заявление. Если это в государственной, то в органах государственной власти, да, там, если это в коммунальной собственности, то... Ну, тобто заяву, прошу видати мені. Ну, вона, да, є, опять-таки, в інтернеті ці всі форми. І подаєте заяву, в течение місяця вам должны ответить, що земля є или землі нет. Якщо земля є, то далі, ну, що маловероятно, що навіть якщо вона є, то чиновники будуть говорити, що да, вона є, тому що вони, опять-таки, можуть чудесно її приватизувати близьких, дальніх родственників і кумовей у себе же там в тому же селі. Скажем так, 2 гектара никому не помешает. Если она есть, тогда земли устроительные берется организация, и она проводит уже непосредственно на месте замеры, и двигаемся тогда дальше уже к получению кадастрового номера земли. Ну, это я очень упрощенно говорю, то есть, чтобы не вдаваться. А сколько вот по часу займает приблизно вся процедура теоретично? Ответ должны дать, вот мы сейчас хотим сами, мы как бы об этом мы знали давно. Я когда-то еще использовал в 2008 получение дачного участка, приватизировал. То есть я, ну, на дачу я использовал такое право еще в 2008 году. То есть я в курсе, как бы. Ну, реально в течение месяца должны дать ответ. Если ответ не дали, то можно, если не дали отрицательный ответ, можно вообще начинать по закону действовать так, как я говорил, вызывать с этого самого землевпорядные организации людей, и они приступают к обмерам. Но, как правило, дают ответ отрицательный, тогда надо уже добиваться, допустим, если я уверен, что земля здесь ничейная, а мне говорят, что она там занята, то есть я могу обращаться в суд и через суд добиваться того, чтобы мне ее все-таки дали. Сколько уже по времени будет идти суд, или сколько получать после работы, после того, как участок обмеряют документы, ну, тут уже плюс-минус несколько месяцев, может быть, там, до полугода, может, до года. А ответ должны дать в течение месяца по закону. Вот первое, после заявы должен прийти ответ в течение месяца. А это можно сделать без юриста самому? Ну, как правило, люди у нас всего боятся сами делать. Я сталкивался с тем, что я права получал сам, там, разрешение на оружие сам, и все время слышу, да нет, да ты что, права ты сам не сдашь, что не сдашь. Ну, большинство людей у нас привыкли
кому-то дать какую-то, да, там, взятку, чтобы им это сделали. Точно так же оно и здесь. Все как бы не хотят разбираться, им проще взять адвоката, заплатить ему какую-то сумму, чтобы он этим занимался. Но на самом деле мы еще этот этап не прошли, мы только начали. Но то, что мы увидели, там нет ничего такого архисложного. Плюс, как бы, мы будем делать как? Мы будем отправлять сразу в несколько мест. То есть никто не ограничивает, там, одно отправил и сиди ждешь. Ну, то на сайте вашей организации, там будут и заявы, будет выложено, можно просто скопировать, заполнить имя, фамилию, там, и таким чином, то там расписано детально самый шлях. Алгоритм действий будет, да. Алгоритм действий мы будем выкладывать, и плюс, соответственно, когда будут возникать какие-то трудности, подводные камни, мы будем их все освещать, и как по мере их преодоления будем указывать, как это все происходило. Ну, вплоть до того, что будем ездить на места и снимать это все на камеру. Дякую.